136 будущих сотрудников полиции и следователей выпустились сегодня из стен Барнаульского юридического института МВД России. Специалисты отправятся служить во все регионы Сибирского федерального округа. Праздник прошел в торжественной обстановке. Близкие пришли поддержать вчерашних студентов. Губернатор Виктор Томенко поздравил выпускников и отметил: жители страны будут строить свое отношение к органам внутренних дел по поступкам и работе каждого из них. Время, в которое вы вступаете в службу, переходите к своей практической работе, для нашей отчизны оно сегодня сложное, оно сегодня очень ответственное. Тем добросовестнее должны относиться вы к своим обязанностям, тем внимательнее вы должны относиться к людям, к исполнению своего долга. Россия есть и будет суверенной державой, которая будет выстраивать свою собственную и внутреннюю, и международную политику. И, безусловно, сила ее в том числе и в вашей службе. 24 человека окончили вуз с отличием по специальностям правоохранительная деятельность и правовое обеспечение национальной безопасности. Золотых медалей удостоены четверо. Боюсь расплакаться, потому что очень сильно переживаю, что покину эти стены. Они на самом деле за 5 лет стали такими родными. Родными стали люди, преподаватели. Чего желаю от будущего? Надеюсь, что буду счастлива на этой работе. Она, конечно, будет очень трудна, но коллектив должен быть замечательный в отделе. И, возможно, все будет хорошо. А я добавлю, в этом году Барнаульский юридический институт отметил 65-летие. За это время он подготовил 40 тысяч специалистов.